Мое почтение, дамы и господа. Многие из вас слышали песню «Комедиант» в исполнении господина Меладзе. Сегодняшнее стихотворение о таком типе людей, о котором идет речь в стихотворении из ролика номер 97. Ковалев Михаил Александрович. Я знаю, он несчастней всех, хоть ловко носит тогу счастья. Его улыбка, голос, смех, на это он великий мастер. И потому, как чародей, легко он вводит в заблуждение и любознательных людей, что счастлив он со дня рождения. И только я случайно смог понять лишь по одной примете, как он жестоко одинок на этом мнимом белом свете. Однажды я ему сказал, и я рад за вас, что вы счастливы. Он на меня скосил глаза и улыбнулся сиротливо. Теперь все ясно стало мне, и понял я в одно мгновение, что беспощадное мучение он прячет глубоко на дне. С тех пор его веселый смех, остроты, ласковые шутки, обворожающие всех, мне кажутся насмешкой жуткой. Всем спасибо!